Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, и я вас приветствую в новом топе. Топ-5 необычных виджетов для Adobe Muse. И пятое место моего топа занимает Interactive Particles Effects виджет. Внешне представляет из себя удивительное зрелище, то есть мы можем загрузить в виджет любую картинку и посмотрите, что происходит. Картинка разбивается на множество частиц, и она взаимодействует с мышью. То есть как только я навожу мышь на данную картиночку, посмотрите, что происходит. Очень красивый эффект. Как только мы мышь убираем, частицы скапливаются и показывают нашу самую картиночку. За неимением больших количества настроек данный виджет очень прост. Четвертое место моего топа занимает Paintbrush виджет. У нас вместо мышки появляется кисть. Как только мы запустим виджет и посмотрим наш сайт в интернете, вместо мышки у нас появляется вот такая вот кисть. Конечно же, цвет кисти мы можем выбрать любой. И посмотрите, что происходит. Просто удивительные вещи. Также виджет очень прост, имеет небольшие настройки, поэтому нет смысла объяснять, показывать, что он умеет. Здесь и так все понятно. Третье место моего топа занимает виджет Ripple Effect Widgets. Визуально представляет из себя вот такие вот элементы, то есть мы можем разместить несколько виджетов на одной странице, прямоугольники вот так растянуть, и у нас такие появляются, как будто, знаете, капли капают сверху на вот эти прямоугольники, и создается такой эффект. Можно сравнить еще с желе, да, как будто бы это желеобразные такие элементы. Редкий такой виджет, не знаю даже, где можно его использовать, но, возможно, кому-то он и пригодится. Также виджет имеет небольшое количество настроек. Второе место моего топа занимает SVG Draw Widget. Внешне представляет из себя вот такую вот анимацию из вашего SVG файла. То есть вы заранее должны подготовить SVG в иллюстраторе, и потом сможете через данный виджет вставить это в Muse, где будет происходить анимация. Также обводка, заливка цветом выбирается вами в самом виджете, и это очень может хорошо помочь на каком-то, например, рисованном лендинге, если у нас будет каждый элемент, например, вот так вот вырисовываться. Данный виджет также не имеет множества настроек и очень прост в установке. И первое место моего топа по праву занимает Prism Effect Sliders виджет. Это необычный слайд. Вы можете это наблюдать. У нас переключаются слайды, ну, как обычно, по кнопочкам, но в середине слайда у нас есть некий объект прозрачный, который интересным образом отображает картинку на себе. Причем вот эти вот формы есть несколько видов. То есть данным виджетом идут SVG элементы, демонстрируя разные формы. Я выбрал одну из тех, которая мне больше всего понравилась, чтобы продемонстрировать в данном топе. Смотрится действительно очень интересно. Данный виджет имеет ряд настроек, где, несмотря на их множество, вы достаточно быстро разберетесь, как
здесь все устроено. Мне хватило 5 минут, чтобы я организовал вот такой вот слайд. Вот и все на сегодня. Данный топ подошел к концу. Надеюсь, для вас топ был интересным, полезным. Данные виджеты все коммерческие и стоят они от 5 до 10 долларов за штуку. Данные виджеты предоставляет контора. На этом я с вами прощаюсь. Поддержите меня, пожалуйста, лайком и подпиской на канал. И напишите, пожалуйста, в комментариях, какие бы топы вы хотели видеть в рамках моего YouTube-канала. На этом здесь все. Пока-пока. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.